Такие, как ты, только болезни разносят. А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы наводку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ну, попробуйте. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность, шпиона. Из ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица. Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, ведьмак, не крутись здесь. Спасибо, прощайте. Не шалей! Боги! Костлявая! За мной пришла! А я всего одну и пел. Милый, а что у тебя такие седые волосы? Ведьма? Ну, давайте выпьем! А то ж сильнее! Тебе ждет... Да. Граф Курт Диса? Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять ведьмака? Да, но никакого попало проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь? В школе Грифона. Тогда зачем ты носишь медальон с волком? Тяжелые времена, пришлось брать, что давали. Может, перейдем уже к делу? Недавно я приобрел имение к востоку от Новиграда. За бесценок. Потому что прежний владелец, чародей, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выяснил, что дом, ну, вроде как, с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясется так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? Сперва обсудим мое вознаграждение. Я извиняюсь. Ты еще за работу не взялся, а уже говоришь о награде? Я хочу убедиться, что это дело стоит моего времени. Вы на него посмотрите. Приехал такой в Новиград и сразу убедиться хочет. Ну ладно. И сколько, по-твоему, это будет стоить? Идет. Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. Вечный огонь. Ведьмак. Я читала, что от одного только взгляда запаршивить можно. Не подходи ко мне.
Надо ж темнее. Это ж ясно, как вечный огонь. Хам буровый. Приветствую. Покажи свои товары. Значит, этот дом с привидениями. Жильцы из дома бегали в тропях, но призрак уже напал бы на меня. Кто-то рассыпал соль. Призраков отгоняли. Бессмысленные суеверия. Через эту трещину проходит воздух. Что-то там есть. Дневник.
Обычный корень, магический, наверное. Элементаль земли. И довольно могущественный. Он где-то глубже. Нужно открыть проход. Освободился от магических оков еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности. Если бы не эта подпорка, свод уже давно бы обрушился. Все рухнет.
Проводники и если зрители. Бы не пираты со Скеллигера, я бы уже давно была обратно в комплекс. А есть наш план? Снова ты здесь крутишься, ревийский бродяга. Да. Больше проблем с этим домом быть не должно. Небольшой ремонт, и можно въезжать. Правда? В таком случае цена владения значительно возросла. Что там, собственно, происходило? В подземельях был заперт элементаль земли. Он пытался выбраться и чуть было не разрушил дом. Это гораздо интереснее, чем духи. А эти подземелья, получится их как-нибудь, ну не знаю, обустроить? Трудно сказать. Но посмотрим. Ах, да, твоя награда. Прошу. О, ведьма. Пролетарий.